Развитие туристической сферы Верхневолжья стало драйвером региональной экономики и открыло массу новых вакансий для жителей Тверской области. В этой связи важно, что правительство России запускает программу субсидирования найма для компаний, берущих в сотрудники молодежь до 30 лет. Почему выпускники вузов не могут трудоустроиться? Какие профессии сегодня наиболее востребованы? Об этом мы спросили у жителей Твери на улицах нашего города. И вот что из этого вышло. По телевизору говорят, что якобы сейчас приветствуется, чтобы профессию сначала тут закончить, какое-то училище, техникум, приобрести профессию. А потом по этой профессии можно уже и высшее образование получать, повышать квалификацию. Вы же понимаете ситуацию, если бы работа была интересная, достойно оплачивалась, то, наверное, выпускники вузов бы работали. Вот, потому что сложно себя обеспечить на ту зарплату, которую сейчас получают, ну, допустим, учителя, воспитатели и так далее. Те профессии, которые должны оплачиваться достойно. У меня сын закончил институт по образованию, по своему он не смог устроиться. Приоритет, наверное, инженеры, я так думаю. Почему? Ну, экономистов много, юристов много. Нам, наверное, не хватает каких-то отраслях строительных, каких-то металлургических. Поступаешь на одно, а пока выучишься, да, уже это не актуально, да. Я не знаю, даже сейчас трудно сказать. Наверное, все-таки будут поднимать сельское хозяйство. Это айтишники, они всегда будут. Ну, дизайнеры пока. Я даже не знаю. Сама система образования, я думаю, вы сами знаете, оставляет желать лучшего. Наличие диплома еще не делает из него профессионала. Разве нет? И поэтому какие-то дополнительные усилия необходимы. В том числе устраиваться на работу не с теми ожиданиями, которые они хотят зачастую. Это я вам как говорю, как человек, который работает с молодыми специалистами тоже. А какие будут востребованные? Я думаю, очень много сейчас вакансий в области IT-технологии. Думаю, сами видите, прекрасно это. Хедхантер, наверное, все сам за это может сказать, какие работы востребованы.